Открытая тренировка по самбо состоялась в зале «Триумф». Так спортсмены отметили завершение сезона и отправились на летние каникулы. О том, как развивается советский вид спорта в городском округе Люберцы, расскажет наш корреспондент. Самооборона без оружия – так расшифровывается название этого вида единоборства. С 1947 года его признали международным. Приемы решила выучить и Кира Калинина. Перепробовав разные виды спорта, 7 лет назад выбор сделала в пользу единоборств. Самое нравится то, что это динамичный вид спорта, то, что тут как бы большинство неограниченные возможности, можно пробовать что-то новое. Это помогает отвлечься от чего-то, самореализовываться. Кира – победитель первенства Московской области по самбо. В сентябре представит городской округ на российском уровне. Готовит выдающихся мастеров единоборства тренер и председатель Федерации самбо в Люберцах Виктор Худяков. Характер самбиста, прежде всего, это умение идти к своей цели, несмотря на все трудности, умение преодолевать себя, преодолевать соперника, преодолевать какие-то свои комплексы, сложности, да, внутренние. На открытой тренировке секретами поделились чемпионы Европы и обладатели мировых кубков Али Куржев, Александр Сарайкин и Глеб Познахирко. Мастер-классы от лучших спортсменов – частая практика в Федерации самбо. На самом деле самбо у нас достаточно серьезно представлено. 7 у нас залов. Планируется со следующего года, ну, с учебного года, открыть еще дополнительно 3 зала. Федерацию самбо городского округа Люберцы основали в 2017 году. В отделениях занимаются более 500 спортсменов. Всего в округе в общеобразовательных учреждениях самбо занимаются около 1000 детей. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.